Здравствуйте, сегодня хочу рассказать свой отзыв о таком тонере от Nature Pacific Fresh Herb Calendula Tincture Toner. Извините за мой английский. Как по мне, он хороший тонер с очень приятным ароматом и интересным цветом такого коньяка. Я не знаю, насколько вам будет видно, но здесь остаток есть небольшой. Ну, оно уже чуть слиплось, но такого цвета был полностью этот флакончик. В составе цветки календулы, энзимы и очень большой список таких растительных экстрактов. И, если честно, он дает увлажнение. И я наносила чистыми руками на кожу лица после очищения, чуть-чуть вбивая в кожу лица. Чуть липковат, но из-за того, что имеет тягучую структуру. Если честно, он был очень экономный, то есть, несмотря на то, что ты руками разносишь его по лицу, хотя если я думаю, что все-таки если на ватный диск наносить, то будет эффект хуже. Думаю, что он отлично подойдет для метода вот этих 7 тоников, но я этого не делала, я не могу сказать вам, насколько было эффективно это или нет, но есть такой вариант использования тоников. Использовала летом, мне нравилось то, что я использовала вот так, и использовала даже без крема поверх. Это очень удивительно, и без перегрузки кожи мне хватало даже этого тоника. В жару это чувство очень актуально, и его всегда хочется. Думаю, что в принципе этот тоник много кому подойдет, поскольку это даже не тоник, это тонер, поскольку очень хороший состав у него и очень хорошая консистенция. Она такая нестандартная, и за счет того, что тут вот такое вот горлышко с не очень большим отверстием, то выдавалось именно продукта то столько, сколько вы хотите, не было перерасхода его. То есть его нельзя использовать методом как бы спрея, миста, но с помощью рук можно вбивать в лицо, и я этим очень хорошо пользовалась, и мне понравился этот тоник. И я рекомендую его, то есть он классный, мне он очень подошел, может быть, за счет того, что все-таки это календула, она чуть-чуть увлажняет и в то же время успокаивает кожу. Это актуально очень было летом. Ну и сейчас я тоже думаю, если что, то закажу еще такую бутылочку. Интересует, пробовали ли вы этот тонер? Если да, то насколько он вам понравился? И спасибо, что смотрите меня. Подписывайтесь на канал и всем удачи. Пока!